Наша выставка называется «Футбольный марафон». Начинаем работать весь чемпионат однозначно, а там дальше посмотрим. Есть очень интересные экспонаты, например, мячи из чемпионатов мира. Более 30 человек представили свои экспонаты. Я думаю, что наш музей, футбольный клуб «Кубань», в значительной степени помогли организовать эту выставку. Здесь больше, наверное, половины экспонатов нашего клуба, нашего музея и наших футболистов, которые сразу же откликнулись помочь. Вот эта выставка, она как раз несет в себе такой эмоциональный заряд, исторический заряд для всех, кто посетит эту выставку. Прежде всего, это посвящено детям, молодежи, которая будет интересоваться историей футбола мирового, узнать какие-то новые события, новые факты, новые фамилии. Тот же Дмитрий Хохлов, тот же Слава Митревель участвовали в финальных матчах чемпионата мира. У нас все-таки футбольный край. Ну а клуб «Кубань» это все-таки как был, так и остается флагманом, историческим флагманом нашего футбола.